Майнкрафт. Это новый Майнкрафт. Чё? Нет, а давайте АТБ шпильнем. Звук. Нормально. О, всем привет, ребята. Меня зовут Кек. Вот видно. Ребята, вы знаете, что у меня есть вся коллекция. Я с первой частины, с другой частины. Ну, конечно, с другой частины АТБ, арены, мели, нема. Двух титанів, но, кстати, ви думаєте, що в мене реально нету титана старої частини? Та я вам просто, у мене здесь вся колекція. Кстати, а ви знали, що на задній зйомці Нурзу буде Усрун? Усрун, реально. Хто не вірить? Зараз покажу, жу-жу-жу-жу-жу. Де на задня зйомка? Ля-ля-ля. Это Нурзу. Нурзу, какой стыд. Какой стыд. Какой стыд. Какой стыд. Стыд. Очень стыд. Так. Давай, тихо, добре. Тихо. Блін. Легендарне слово, блін. Так. Вот мої титанушки. Раз, два, со второї колекції. Сім секунд вийшло. Ок, реклама нафиг, і треба висіти. Слушайте. Похоже на той звук. Гоплю. А звук. Походу этот. Так, погнали. Нурзу, Усрун. Пошел бы сюда, туда, той звук. И цей. Вот цей можно включить вот такое побольше, чтобы услышали. Нурзу, Усрун. Усрун. Правильно, коли я сказав Усрун, Нурзу почули. Коли я сказав Нурзу, Усрун почули. Короче, легендарна фраза. Усрун. Я б пішли не на Ютуб, і не вот сюда. Мы пришли спинать о тебе арену. О тебе арена. Арена. Жалко, дуже жалко. Думайте, что жалко. А то, что вы снил, то, что стоит и снил, то в реальной жизни нет. Ребята, вы сейчас просто охренеете. Так, да. Вырубает всех. Так, ребята, посмотрите, 50 макс. Далее вырубает. Далее еще один. Короче, давайте ними спильнем. Всем трима. Кстати, вы... Да, вы охренеете. Да, мы опять посмотрели уже. Допустим. А ты выбором отдыха отвоца. Ну, на постраховочку. На постраховочку. Вадя, ну, отвоца. Все, даже не буду, можно кашу катать. Отвоц.
Так. О, так, блін, я прийшов к швидкому. Блін. Тихо. Блін, я прийшов к швидкому. Ніщо страшно. Тут ти бачив левел. Де його вирубив? Посмотри. Посмотрите. О, смотрите, как я... Еще что? 144, 40... 144, 8... 8, 8... Кто? Что? Кто? Что? Кто? Что? Кто? Что? Кто? Что? На короночку оставим. Блин, страшно. Да я ее вырублю. Что мне страшно быть? Я и без белого вырублю ее. Все, хана ей. Зарубили мы ее. Я просто всех вырываю этим атласом. Кто? Все. Кто? Все. Кто? Все. Кто? Все. Кто? Все, двадцаточка тоже непогано, берем уже. Ты все вырубишь, Атлас, правильно? Или нет? Да, выруби, да он выруби. Блин. Блин! Вопрос у меня такой. Как? У меня такой вопрос. Такой вопрос. Как? Вам не дует такой вопрос? Как? Как она меня вырубила? Возьму я так мало ее ХП наносил. Я в шорте, конечно. Очень... А, она меня вырубит. Правильно. Нет, не вырубит. Мурак. Крит. Вот это мощный крит, конечно. Да не беспокойся. Я тебя вырублю. Просто на раз, два. 40, 45, 50, 50. Оп, угадали. Угадали. И него белый. Я же вырублю. Да, я вырублю, вырублю. Крит, крит! Вот это мощный крит, конечно, за все. Муха на пуле. Ой. Он брал раз, два, три, четыре, пять. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут я как-то волнуюсь. Заволновался я как-то. Пять. У него 20 нет, белый. Крит. Крит. Видели, там писал Крит. Все. Раз, два и вырубили. Ты там? Жесть. Кто? 25! Жесть. Я его вырублю. Нет. Да ну! Да ну! Нет. Офигеть! Вы не охренели? Я охренел. Офигеть. Ладно, допустим, возьмем всех самых мощных. Давайте. Кабанюра, мой любимый. Пига, давайте маму. Только, я не знаю, да, они. Д.
Ты орех, понятно. Ну, а кого мне брать? Мурак. А давайте мурака. Титана напоследок. Мурак, надеюсь, ты всех выросли, им дайте брата Атласа. И Титана. Давайте Титана, потому что тот. Хопте. Ну и погано. То есть погано. Она не вырубит как? Не вырубит. Это очень мощно, когда она... И все? Так просто? Вы серьезно? Все на одну единичку, кстати, их вырубить единичку. Хотя я что-то писал единичку. Ну меня это уже давно 50-й левел. А не 30-31. Ой, зараз ти будеш валіть валіком тупим. От це мене. А де кріт був, я не поняв. Кріт я хочу. Топ-топ. Хто? Що? Хто? Що? Хто? Що? Хто? Єсть! 53. І нього білий. Жесть. 9! Это що за криті такі? Я не понял. Так нечесно. Я в шоке. 9. 1039. Хто? Я в шокі. Просто в шокі. Дітя не поняла. Як? Кріт. Ніхто на полі? Ілі ні? Просто нет. Опять то же самое. Думаешь, выиграть? Нет. 15-ку главное выиграть. Кто? Что? Кто? Что? Чайн победим. Кто? А, не ровно 15-ка. Ладно, допустим. У него нет белого. Зато в следующем раунде будет белый. Я всех тупо вырываю мураком. Но, хуплю, тихо. Вот это! Здесь он только 30-ку выиграл, козёл неимоверный. Он меня вырубит? Повезло. Всё! Он Титана дал. Мне даже Атласа и Титана не надо было. Вот такой вот и мощный. Я в шоке от Морока. Конечно, от таких способов. Ну что я удивляюсь? Морок сложный для побед. Ладно, ребята, меня зовут Кек. Вот такая вот о тебе арена получилась. Я выиграл всех 2 боя. Да, у меня же 3 подземелья. Ладно, ребята, меня зовут Кек. Всем пока-пока. А любите моя кирка, запасаю чавах. А любите моя кирка, запасаю чавах.